Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Travel 2014 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 98 тысяч километров. Заменю на нем рычаги передней подвески. Здесь только нижняя, верхних нет. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и снимаю рычаги. Рычаги буду ставить не оригинальные, фирмы Limfjordr. Качество этой фирмы хорошее. Поднял автомобиль, снял колесо, зачищаю все места, которые я буду откручивать. Также палец на рычаге. И здесь не видно. На шаровой опоре. Все эти соединения, в том числе сам палец, все обильно брызгаю. И откручиваю стойку стабилизатора. Сверху ее открутить легче. С обоих сторон. И с одной, и с другой стороны. Головка на 18. Для чего откручиваю? Чтобы вот эти болты крепления рычага вот до этого болта со стойкой стабилизатора, когда стабилизатор прикручен, подобраться неудобно. А так вот подбираемся и откручиваем головка на 21. Здесь у нас и болт, и гайка, головка на 18. Также у нас на шаровой опоре тоже и болт, и гайка на 18. Откручиваю. Приржавело. Болт тоже раскручиваю. Все, болт вытащил. Откручиваю рычаг.
Ну, а теперь остается только сбить палец. Здесь дело техники уже. Палец тоже слабый. Берем молоток и сбиваем. Так, ну здесь можно сделать вот так вот. Отсюда. Забивая широкое зубило. Туго так выходит только из-за того, что верхняя часть коррозией покрывается. Ну и сайлентблок вырван. И отсюда. И отсюда. Передний сайлентблок. Еще живой, только из-за шаровой и заднего сайлентблока меняем. Можно было заменить шаровую, можно было заменить сайлентблок. В принципе, все меняется. Беру новый рычаг. Новый рычаг фирмы Linfjorder. Левая сторона 38-169-01. А правая сторона 38-168-01. Вот такой вот рычаг. Качество, как я и говорил, рычага хорошее. В большинстве своем они паковщики оригинальных вещей. Устанавливаю. Смазываю вот этим крепление. Смазываю сам болт заднего сайлентблока. Вставляю сначала сайлентблок задний. И потом подвожу передний сайлентблок на место. Смазываю посадочное под шаровую опору. Пока шаровую не одеваю, в сторону отвожу ступицу, чтобы наживить передний сайлентблок. Thank you.
колеса, болты наживил, притягиваю. Одеваем шаровую опору. Смазываю болт. И затягиваю гайку. Также затягиваю заднюю гайку. Вот и все. Рычаг у нас заменен. Остается прикрутить с обоих сторон только стойки стабилизатора. Смазываю резьбу. Стабилизатор живой, и втулки, и сами стойки. Устанавливаю на место колесо и аналогичным образом меняю рычаг со второй стороны. Рычаг со второй стороны я тоже заменил. Номер рычага со второй стороны, как я и говорил, 38-168-01. Сейчас покажу сайлентблок, в каком состоянии со второй стороны. Тоже надорванный. Здесь осталось мне прикрутить стойку стабилизатора. И на этом все. Замену передних нижних рычагов я закончил. Всего вам доброго. Ну, это задние сайлентблоки. И один вырванный, и второй вырванный. Как с одной, так и с другой стороны. Ну, его если хорошенько натянуть, и он сейчас вырвется, выскочит из места. Там нижняя втулка. Втулка нижняя упирается, не дает ему выскочить. А так он с этой стороны оторван полностью.